Уровень инфляции в Молдове по итогам 2021 года составил 13,94%. Это рекордный показатель за последние 15 лет. По данным Национального бюро статистики, больше всего подорожал картофель – более чем в полтора раза. Цена на овощи выросла на 44%, а на подсолнечное масло – на 33%. Почти на четверть выше оказалась стоимость майонеза, горчицы, уксуса и других специй. Примерно такие же изменения коснулись цен на куриные яйца, свинину, говядину и птицу. Среди непродовольственных товаров больше всего подорожали древесный уголь и сжиженный бутилированный газ, соответственно, на 46 и 45%. Скачок цен зафиксирован также на дистопливо и бензин, брикеты и гранулы из биомассы – почти на 30%. В 2021 году примерно на 20% выросла стоимость материалов на содержание и ремонт дома, дров, а также мебель и бытовую технику. Цены поднимают, а зарплаты те же. Приходится от многого отказываться, не хватает денег. Абсолютно все подорожало. Очень дорого, аж страшно. И это не предел. Цены будут расти. Выбираем самые дешевые продукты. Может, хотелось бы чего-то особенного, но не хватает. Эксперты объясняют изменения тремя основными факторами. В 2021 году все человечество столкнулось с беспрецедентной инфляцией, по крайней мере, Европейский Союз. Очень сильно подорожали продукты питания. Вторая причина – стремительный рост цен на энергетические ресурсы. Третий фактор – увеличение транспортных расходов. Прогнозы на 2022 год нерадужные. По последним оценкам Национального банка, на третий квартал года максимальный уровень инфляции может достичь порядка 20%. Рост цен на продукты питания продолжится. В первом квартале этого года инфляция сохранится. Наши экономики и сельское хозяйство довольно нетипичные. По мнению эксперта, во второй половине нынешнего года темпы замедлятся. По прогнозу Нацбанка, инфляция составит около 15%.